Алина, я тут подумал. О, Алинка какая. Ну, на что вот ты готова ради меня? Желтенькая. Ну, на многое. Ну, давай, например, работу готова бросить дома сидеть? Готова. А завтраки каждый день готовить мне любые? Готова. А похудеть вот ради меня, если... Ты меня сейчас что, толстый назвал? Да пошел ты. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, во-первых, ну нахрена ей худеть? У нее все, по-моему, великолепно с фигурой. Да, ну ты не те вопросы ты задаешь, господи. А хотя, знаете, ты, ну, когда, ну, я не знаю, шуточный это ролик или нет, но тем не менее, предположим, что шуточный, да. Если бы был не шуточный, ребята, то там звучали бы такие вопросы, да, ну, если бы он серьезно это все имел в виду, там. А ты в опу дашь, а горловой ты сделаешь, там, а давай подружку пригласим, а следовательно, мы можем предположить, что это все уже осуществлялось. Значит, чаечка вполне себе рабочая, со всеми своими тремя, то может быть и больше даже отверстиями рабочими. Вы представляете, ребята? Вот, то есть, самые сокровенные вопросы, которые мог задать мужчина женщине, ну, в интимном плане, конечно же, будем брать, да? Вот, они, походу, уже все осуществили. И он такие, знаете, вопросы, там, а что там, похудеешь, завтраки, с работы уйдешь, господи, вообще, что, совсем, что ли, больной? Пускай работает, господи, деньги зарабатывает, да? То есть, его, кроме этого, ничего не били, этот, не интересует, ребята. Пишите, ребята, свои варианты вопросов, которые вы бы задали чаечке в таком контексте.